И все из-за полусижа. Положим, да. Ага. Понятненько. Сейчас переходим к пончикам. К пончикам. Сейчас тесто я и так вижу. Ага. Так, ну надо здесь разобрать. Слушай, сейчас я скручу эту мясорубку, то она мешать нам будет. Угу. Может, пусть пока полежит на столе, подсохнет. А она около здесь. Я ее оставляю. Она высыхает. Поэтому. Около плиты, да? Да, около плиты все высыхает. Угу. А то все это раздоблено. Угу. Вот и все. Сейчас будет жариться, париться. И вот здесь вот, можно сказать, будет тепло. Так же, как вот. Смотри, тесто какое. Ого! Ничего себе. Видишь, уже какое подошло. Тесто. Подошло. Почти полная кастрюля. Да куда? Ну, вот так вот забудешь и убежит. Да. У меня сколько раз это было. Через верх пойдет, да? Да. Ну, что делать-то? Прибегаешь. О, все. Так, это можно вот сюда вот, наверное. Чтобы. Да. Так, ну что ж. Да, а где же у нас доска-то? Доска? Убрали эту доску-то. Она даже не эту доску. Я не могу наставить. Ага, сейчас я вытащу. А где же она? Я не знаю. Что-то я ее не вижу. А, вот здесь вот, слева. С этой? Ага. Баночки. Опять эти. Ага. Баночки. Баночки. Для варенья. И для соусов. Чайник у нас не мазался, мы его отодвинем. Это пиво тоже не нужно. Сыр. Как положено. Мы сейчас нальем масло. Вот сюда. А это же еще ты не открыл. А, не открыл еще? Да. Да? Сейчас.